Всем привет! Меня зовут Денис. Сейчас я покажу, как садить помидоры и еще салат. Для этого нам понадобится вода, семена, помидорки, салат, горшочки для рассады и земля. Теперь мы берем лоточки и заливаем водой. Масло убираем. Теперь берем воду и заливаем лоточки. Теперь я залил землю водой. Теперь ждем полчаса, чтобы она впиталась. Теперь мы бьем палочку и делаем на земле углемление. Теперь берем палочку и семена кладем в разные углубления. Теперь берем пакет и закрываем лоточки. Опа. Теперь посадим зелень. Теперь берем горшочки и закладываем туда землю. Теперь бьем салат и закладываем в землю. Полем наш огород. Теперь мы посадили наши помидорки, теперь ждем урожай. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, еще подписывайтесь на наш инстаграм. Всем пока-пока!